Thank you.
Можно начать с Тюмени. Так, где моя Тюмень? Вот Тюмень. Да. Это так приятно. Тюмень. Да. Это во мне Питер. Не бежать. А это Тюмень. Это для тех глубинки, где узнаем у художников. Очень слабые художники, потому что у них нет возможности общаться с профессионалами, у них нет ванны, даже такой маленький ванны, керамический, поэтому мы все прощаем. Но когда к нам приезжают, то делают огромный успех. И такой начинающий художник-керамик вдруг начинает работать творчество, ярко, индивидуально. Так что прошу вас, вы только скажите, что вы закончили? Я закончила, да, ну не все года, то есть диплом и там семестр она не набивала у нас. Закончила Тюменский государственный институт культуры и искусств по профессии художник-керамист. Обучалась 6 лет. А потом, получается, ездила на какие-то симпозиумы в Новосибирск, Красноярск, в Москву. Вот хочу представить вашему вниманию свою работу, которая называется, наверное, «Ода дымникам». Это у нас, получается, в городе на трубах раньше были кованые дымники. Сейчас это все уходит в небытие, и сейчас их можно встретить только в фондах музея. Получается, вот я, прежде чем ехать на комбинат, познакомилась, смотрела и вот решила выразить в такой пластической форм. Вот. Там верхонечки повторяются, здесь чуть такая северная тематика. Это что-то у вас дымники, я поняла, но этническое что-то. Это сейчас связано вот с каким-то. Вот получается, вот это как верхушка, это сам дымник, да? А вот эти вещи здесь я использовала как какие-то здесь вставки сибирских домов. И вот это деревянная резьба. В такой стилизованной форме у меня получилось. Теперь понятно. Еще здесь у кого-то вопросы? А вот это вазы ваши что? А вот эти, получается, это на примере цветков. Мне хотелось показать, что как вот человек рождается такой достаточно открытый, а со временем он начинает обрастать вот такими шипами, какими-то предрассудками, и вот потом как-то сужается, мне кажется, и в какой-то степени у многих замыкается, да. И вот потом уже вот такой. То есть, когда вот, у меня просто у самой трое детей, когда вот они рождаются, они прям такие открыты ко всему миру. А потом уже какие-то, не знаю, там комплексы со временем как-то вот это все проявляется. И вот, в общем, родилось у меня вот на примере, цветка, можно сказать. Может, у кого-то конкретный берет? Не знаю, но это как-то... Ну, так абстрактно. Нет, я думал, что это сугубо личное. Ну, да, это сугубо, скорее всего, наверное, припечатать. Но это, конечно, не ко всем, да. Скорее всего, это такое вот личное такое выражение. Ну, что? Я думаю, что, в общем-то, состоявшийся художник со своим видением, со своим мироощущением, мнением, вот, очень тактично подает свою нутро. Так что, очень цельные тарелки, все решены очень грамотно, вот чисто по тому, что, как говорят, творятся, да, или мать, не важно, смотрите. Решено именно вот грамотно по пятнам, алмазам. Белые, вот эти архитектурные детали, все нормально, не вызывает никаких. И зеленые блюда тоже все цельные, и видно, что это оттуда, в Сибири идет.
Ну, насчет дырников, это может быть. Да, это красиво, когда это является вот, частью завершения архитектуры здания, там, изба или еще что-то. И такая действительно красивая вещь. Вполне может быть. Пластически. По-моему, решено, но ну, может быть какие-то более, можно было бы острее что-то решить, более раскрепощенно, вот как наблюдаться, скажем, есть здесь только подобное, что-то такое более свободное. Здесь как, ну, ну так вот, нормально. Вот. А насчет этих, да, это сугубо личное, ну, я бы вот так вот первое впечатление посмотрел, это растение хищно. Знаете, да? Да. Я вот пока для себя никак не сформулировала, что меня беспокоит. Я как всегда. Что меня немножечко вот беспокоит? Наверное, какие-то невнятности в масштабах изображений, объемов и фигур. Вот это вот фигурка так очень красиво слепленная, но кажется, что это крохотка такая, а вот это вот все, я не знаю, вот, ну как будто в разных далях это все, ну, я почему говорю, что я не сформулировала, потому что нельзя сказать, что все должно быть там со-со-со-со. Соединяться, потому что иной раз на противопоставлениях больше выразительности даже добавляется. Но вот мне кажется, что и пластически, когда вы здесь такие твердости делаете, вот линейности, а потом вдруг в такие ракальности уходите, ну вдруг архаика такая. Вот мне кажется, что вот самое трепетное место, а ему чего-то нужно вот более освобожденного, что ли, для пространства, может быть, не столь изрезанного. Ну, не знаю, там варианты всегда могут быть наверняка в решении. То есть вот меня беспокоит именно вот что-то не сошлось. Угу. Не знаю, что не могу назвать. Вот несоответствие орнамента с формой, которая вот, является основополагающей и несущей, такая крепкая, твердая, и вдруг вы пошли такие вот. Завитушились, да, покажу. Мне лично очень нравятся зеленые блюда с этой настенными этими наскальными росписями. Мне кажется, они очень красивые. И вот они композиционно, лаконично решены. Да. То есть, видимо, вот вы вот эту вот свободу, количество воздуха в композиции хорошо чувствуете. А вот в этих объемах, может быть, вы или усердствовали, что ли. И даже вот в верхнем ряду, когда вы делаете много светлого поля, вот такого неба, как-то так приятно это смотрится. А здесь вот эти архаичные, как бы архаичные формы, мне кажется, что они очень симпатичные. Кажется, что что-то надо к ним расчистить, чтобы они стали важными. Они вот не важные. Наташа права, здесь непонятно, что важно для вас, а что второстепенно, как поддерживать за важность, что резьба, что дымники, все на одном месте, в одной тональности, так не может быть, поэтому и мешает вот и орнамент, слишком он ну, грубоватый, одномасштабный. Мне тоже кажется, что вот, тарелка... Простите, может, если вот даже, к примеру, вот так как-то решить, да, без, да, ну, без рельефа? Да, да, да. А потом вообще, и вот тут, будьте добры, поверните, чтобы вот там, потому что тоже какое-то окно с силуэтами. Ну вот как-то, да, вот, может быть, вот так бы лучше даже заиграть. Да, сразу бы пригодили эти дымники, а так бы все заземлили, и непонятно, что это такое. Перемешало. Да, а вот там у вас есть вот эта легкость, воздушность, дрожжи, мне тоже вверх не нравится. А вот про эти блюда, я хочу сказать, вы их никогда никому не отдавайте, в музее или куда. Вы их оставьте себе, и когда вы дойдете до взрослых, дойдете до ручки, опять окупитесь. Вы когда туда посмотрите, и соответствует ли это, будет ли это соответствовать вашим представлениям.
Хорошо. О комплексах у вас. Во всяком случае, это будет интересно для вас эксперимент. Хорошо, спасибо. Может, потом они продолжатся как-то. Да, да, конечно. Раскроются в новых городах. Может быть, у вас это бывает на какую-то безумие, они часто возвращаются к ранним произведениям, а потом делают как бы так на их основе какие-то новые варианты. Это будет для вас интересный опыт. Хорошо. Что вы так закинули удочку, вот просто уже где не достают, там все-таки задел. Ну вот. Да, смотрим. Будет такая дневниковость. Дневниковость, вот. Да, да. Хотя хорошо. Они не лишены некоторого такого декоративного обаяния. Есть тут и агрессивность. Но это все понятно, такая философская вещь. Ну, замах на философию. Вот как она у вас дальше прочтется? Будете ли вы убеждены в этом же своей позиции? Или вы ее пересмотрите? Ну, мы это не увидим. Видимо. В группе первый раз. Да, первый раз. Я хочу посоветовать, я уже с ней разговаривала. Мне кажется, что вот эти работы можно вытянуть вот из какого-то немножечко, сейчас она заблудилась тут, да, вот в рельефе, в цвете. Вот эти вот рельефные места, вытянуть сильно цветом, чтобы они не просто так случайно и зря были как бы сделаны. Сильнее, например, окислом железа. Вот, окислом железа. Вот, чтобы это все осталось, вот это с металлизацией, нежная зелень и. А вот эти вот рельефы, вот железо, чтобы возникло вот это. Глиняное какое-то притяжение к глине, к земле, вот в этих песках. Рыжие. Да, рыжие пятна. Вот, они просто глаз бы как-то так освежали. Ну что, я думаю, что сказали достаточно, и, кстати, очень верно, каждый из наших членов комиссии. Хорошо, я думаю, оценили вашу работу, да, и надо поставить, но я подведу как бы итог вашей работы. Все правильно говорят. Ну, рядом Наталья Витальевна не случайно обратила внимание на эту композицию и на пропорции. Uh-huh. Вот вся ошибка именно в пропорции. И вот сам верх, вниз, это смешение двух стилей, двух духовных. Нет, единственное. И правильно говорили, как бы хорошо бы сделать вниз относительно верха и вверх. Для меня, например, вверх относительно вниз. Потому что вниз меня удовлетворяет. Вот эти вот фигурки наверху, они необыкновенные. И они должны быть значимы, самое главное, в вашей этой композиции. Если там говорили об размере, то что они как бы маловаты, а для меня они даже велики. Вот при такой высоте вертикали, хотелось бы сделать вообще такие нюансы. Знаете, как бы подчеркнуть значимость самих фото. Видите, как много мы говорим о этой композиции. Это говорит о том, что это очень интересно, у вас это получилось, но еще, естественно, как каждый художник, он бывает недоволен собой, и фактически эта тема остается на всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Спасибо. Вот я вас поздравляю. А вот эти тарелки не случайно все отметили. Они необыкновенно цельны. А это не приклеены? Вот керамичные. Штыри, да. И очень хорошо работает графика. И она даже интересна. Вот сама графика и сами низы вот идет рука автора. Его мышление, его видение. Так что там, конечно, неплохие тарелки, но там еще надо работать. Именно композиционно. Хорошо. Я думаю, что главное, потом эта тарелка, она должна быть цельная.
и как-то в кругу компоновать уже все ваши горизонтали, вертикали, соответствия. Хорошо, значит, по-моему, очень так, хороший опыт. А так мы вас поздравляем. Не доводилось там вагоны глины перекапывать, и вот дорвались, что называется. То, да. И вот очень хорошие, по-моему, у вас скульптурные данные. Мне нравится, как вы берете и по силуэту, и внутри объемы, вот где уходит на какую-то тонкость. И силуэт, вот эта вот архаика, но вы по-своему умеете объединить и обобщить форму. Мне кажется, что у вас хорошее будущее на этом пути. Да, это вот фигурки, они шедевральные. Это такая индивидуальность, да. Чтобы это работа, лицо автора, вообще, они узнаваемы. Их в ряду многих других произведений никогда не спутаешь. Потом то, что школа здесь есть. Вот все-таки вот Сибирь, да, вот это направление в орнаменте и вот в трактовке, собственно, они, да, перекликаются как детали. Это вот, да. Сибирская школа, она, мне кажется, да, здесь такая ярко выраженная. Да. Это вот ваша индивидуальность, ваш внутренний мир, чутье, вот оно очень здесь ярко выражено. Вот вы будете работать дальше, будете развиваться, и вот это направление, мне кажется, вот ваши сугубо ваши находки, вот вы в этом направлении дальше двигаетесь, это замечательно. Да, и как вот эти фигурки, да, как они работают. Вот это, да, 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 вот такой ключ. И вот действительно, вот эти части, они как бы вот выпадают. Да, да, да. Вот они здесь немножко чужеродные, хотя сама идея, мне кажется, она замечательная. Ну, собственно, Наталья про это все уже очень ярко сказала. Ну, конечно, да. Я понимаю. Ну, вот то, что удача, куда уже хорошая. Такой яркий художник, как я на ее подавала. Ну, а как же? Она училась у нее, диплом делала. Это, ну, просто невозможно, как бы, не пойти ее путем. И здесь она... Почему? Ну, вот, невозможно. Невозможно. Тем более на дипломе. Ну, когда вы вот, руководитель. Она решила, да, это и сейчас. Ну, это сейчас. Это не диплом, это уже после диплома. Понимаешь? А это по-своему решила. И там действительно, вот что самое главное, в работе, когда делаешь художник, что еще масса работ. Работ, там очень много работы. Давайте поздравим. Так что давайте, скажем. Спасибо. Ну, я работаю. Конечно. Есть, да, еще приехала к нам. Да, из Тюмени? Из Тюмени. Да, да. Все. Это же подвиг. Конечно. Я не помню, вы у нас все любили, да? Да, да. Нет, четыре года. У меня там все такие белые птицы, мы из фаянса. Угу. Желаем вам, они сколько вас может молодежь? 29. Еще да. Еще целых 6 лет. Хорошо, спасибо. Вся жизнь. Нет, молодежный. Ну, это не важно. Нет, это очень важно, Питер. Пушкин номер 37. Это очень важно, потому что у нас сейчас очень серьезно просматривается именно творчество молодых, нашего будущего поколения. Почему не важно? А Пушкин, Пушкин 37 умер тоже. Да при чем здесь Пушкин? Нет, надо работать, а там молодежь. Ладно, спасибо, спасибо вам. В смысле отмечать? Да, нет. А вы не умеете. Помогать, наверное. Люди, сидящие на... А, помню, плечо. Такие, да, такие.
помнишь? Это пеплы была, бумажная книга. Это Хлебценичев. Да. Помню, очень хорошо. Ну, хороший. Да. Так, вот расскажите, да, что вот, у вас и какая задача у вас? Ну, верхняя часть была как поставлена задача просто решить именно, как можно сделать, ну, обычные вот тарелки, да, решить их как панно. И что-то такое декоративное, но используя как бы такой срез. Как, ну, куда это может привести? А то, что на столе, это тема космоса. Я, ну, хотела создать именно такой вот путь из... Ну, огоньки просто не очень видно из-за того, что... И вот такой вот, ну, как немножечко, может быть, млечный путь или вот что-то такое. Просто решение, как бы я могла вот показать космос в керамике. Ну, чтобы это было интересно. И работало как-то именно так. Там дырочки, да, чтобы окно видно было. Там дырочки, да, здесь все. Просто из-за того, что не очень темно, огоньков не видно. Это там подсветка? Да, подсветка. Да. Лампочки, да. Если я просто сделаю медленнее, их совсем не будет видно. Поэтому, ну, здесь немножко у меня, мне так повезло, что не включает свет надо мной. Они сами по себе, тарелки, они сами по себе говорят. А это уже как бы... Уже... Ну, это такой декор, хотелось инсталляцию создать, чтобы это было прям вот, ну, подчеркнуть. Это даже не инсталляция, это скорее фамилия какая-то. Такая витрина. Вот это где-то на витрине, ну вот, магазины там. То есть немножко оформить. Ну да, а вот они сами по себе. То есть вот эти вот огоньки, они как бы перечеркивают серьезно. Они серьезно. Их можно прочитать. Тоже вот вроде такое пятно, а все же читаемо. Там же целый сценарий должен. Ну да, вот все началось именно с этого блюда, а к этому уже подтянулись все остальные. Потому что хотелось именно создать, но у меня еще два блюда просто провалить, поэтому я не смогла. А у вас был блюд, да? Группа. Хорошо, друзья, кто у нас начнет? Вот у нас... Хорошо. Посмотрите, что это. Я смотрю, что понравилось. Вот эти вот нижние вот эти космические. Да, мне понравилось по материалу. Угу. По материалу они очень живописные, они очень богатые. И они красиво как бы слеплены или отформованы, но долеплены у них край. И они очень такие вот, ну, притраться не к чему, потому что и фактура работает, и цвет работает вот, на тему. Меньше мне нравится вот эта серия, потому что здесь витраж не витраж, он, в общем-то, и не витраж, хотя автора я понимаю. Понимаю, потому что хочется создать такой праздник, настроение праздничное, да, это изначально. Но это чисто индивидуально, потому что чисто индивидуально меня вот не очень устраивает вот эта вот сетка такая, вот эти вот. Мало там какой-то логики внутри, то есть вот эти вот, мне кажется, достаточно случайные вот эти все ветки, завихрения все, вот, в которые потом появляются. Ну, это такое вот как бы дерево общее. Это я понимаю, но дело в том, что вот в них можно, раз уж мы туда этот цвет вставляем, да, стеклышки вставлены туда. Да, там стеклышки. Раз уж туда вставлены эти стеклышки, то более какой-то ритм какой-то надо было, по-видимому, найти. Но это моя индивидуальная точка зрения, я могу ошибаться. Поэтому вот, если бы здесь было менее случайных вот таких усиков, которые как колючие проволока, они налево, направо, ветка, когда она ветка, можно из нее сделать витраж. Если посмотреть внимательно, растительные, вот, просто живые ветки, они заключают какие-то себе очень красивые окна.
получается сама черная ветка и мир объем не получился, вот чтобы вход был. Ну, как бы, ну, то есть у них есть определенные, и здесь я не скажу, что везде это нарушится. Но где-то, если вы смотрите, как колючая проволока, то есть природного вот такого вот, или природного, или витражного, нет, да, много каких-то таких вот отклонений, таких меточек таких. А так, в принципе, вещи эффектные. Эффектные, то есть я говорю уже просто как профессионал, что меня не устраивает. А так, в общем-то, нарядные, эффектные вещи. Но эти вот вещи, они подкупают, конечно, да. Больше. Но они немножко из разного, поэтому получилось, что они... Да. То, что разные, я считаю, нормально. Они очень керамичные. Молодой художник хочет и так попробовать, и так попробовать. И правильно она делает, что она пробует. Ну да, да. Вообще эта работа просто как эскиз. Да, можно, да, можно, их можно и более вертикально сложить, если говорить о дереве. Мне кажется, масштаб не очень лайтный. Такие кнопочки. Ну вот она, я вот согласна. Идеи есть, а пока не было. Вот модуль мелкий, и он за собой вас потянул. И вот эта ломкость линии, она... дополнили доход. Вот мне кажется, при таком мелком модуле, и вы вот идея же красивая, вот огромное пятно, где-то там, причем это бы дало контраст матового черепка с вот этим вот, даже это не глянец, а как раз на стекло накладывали или глазурь, да? Вот, и глазурь, и стекло, и дает глубину самого, для самого материала, что ли. Но хочется вот здоровым пятном по этим кнопкам, а не... Вот смотрите, как... Какой, знаете, как утренний рассвет, вот сам материал уже дышит и создает состояние. И к нему, когда вы дадите вот такое какое-то пятно, вот так вот размахнулось, то есть положить все и махануть через все. А вот в этой ломкости чувствуется какая-то не, ну, вот, нет, не то. Вот характер прикосновения неуверенный, ломкий. Вы вот кисточку приносите и дрожите, что сейчас у вас не туда зальется. Вот какой-то хлёст в кистинке. Не хватает общего такого отношения к общему. Каждый вот прям вот хочется при таком модуле вот как-то весело все это махануть, а потом положить стекло и заработает совершенно необыкновенно. А так вы идете за каждым блюдечком, и вот его чертуете, и капчу. А так и было. Ну вот это и чувствуется. Что касается вот этой композиции, вот с чего началось, оно очень, если вы называете это, соотносите с космосом, то это соотносится по состоянию, по работе самого материала, вот этого свечения, вот этих вот... А здесь очень земное все. Причем, смотрите, вы... Это на астероиды похоже, почему вы не так похожи? Можно? Да. Она просто не приложена. Вот это вот мощное движение внутри скульптурной постройки, поверхности. Это вот очень наше житейское. И потом вы в контраст даете весло, даете тонкость. Но они тоже постельные. Вот вы не постельные, а постельные. Вот вы вот просто не отпечатали, да? Вот какой-то очень-очень внутреннее сознание на человеке, испанское космическое. Вот если там и материал работает, и с конечным пространством, то здесь что-то очень-очень стильное. Я хочу сказать, что я вот общалась с членами комиссии. Вот эти работы, они мне самой. Вы знаете, еще меня не начали обсуждение, я их отметила. И я вам скажу, вот это ваша инсталляция, это очень серьезно.
И прежде чем ее делать, надо хорошо продумать, кто с чем работает. Как это показать? Это должно быть не... Мы смотрим на инсталляцию, включая людей, которые вообще к искусству не имеют отношения. Но им так интересно, что из всякого мусора можно делать искусство. Мы совершенно идем в другую пути. Мы идем с классическим современным искусством. Современным. И вот ваши, вот эти тарелки... Подожди, Андрей. Вот вы случайно, не случайно поставили на белое и отметили, они еще богаче. Понимаете, вот да. Она ваша инсталляция, где обладает качество и образ, и пластический. Что вот это вот, конечно, пока это искусство. Это я поняла. И я вам скажу, вы берете тарелочки, серию. Зачем? Когда вот, смотрите, у вас тут такой прямоугольник, и если взять, как бы убрать вот эти вот самые объемы, фу, да, вот что делает очищает. Ну, человек форму сам придумал. То, что есть. Это можно сделать из пыльничного, это будет цельное. Только тему надо задумать. Тема – это очень важно. Потому что в теме у вас должно быть что-то главное. И на чем это будет держаться? На главное. Цвет или как? Важно все. Вот так вот. А там уже, что главное, это совершенно другое отношение. Так что я вам желаю успехов, я вас поздравляю, и так как вы москвичка, подходите к Москве, и следующий урок через два года. Поздравим по-другому принципу. Вот размахнитесь, сделайте, а потом посмотрите. Ой, вот она какая тема-то оказывается, получается. То есть экспериментируйте. Да, да. Наша так работает, да. Потому что она работает с цветом. И там у нее фактически происходит таинственное чудо, которое оно любое. А у нас просто не доделал, потому что Я к тому, что вот из этих кусочков и надо начинать просто это размазывать. Расскажи, что ты хотела сделать, какие задачи поставить. В общем, у меня как бы две темы, я развивала. Одна – это вот эти вазы. Мне хотелось эту графику, которую я делала, связать с формой, чтобы именно рисунок, ну, лег на эту форму, работал с ней вместе. Вот именно создать предмет цельный, вот, рисунок и форма. И тут так
я сейчас немного оправдание, но я немного неожиданно попала в комбинацию, у меня не было заранее эскизов, поэтому я как бы в процессе искала этот язык, и они поэтому немного разные получились все. Но как темы, какие-то направления, вот, они мне, как мне кажется, возможны такие темы. И вот эта скульптура, это для меня сейчас выход в материал тоже того, что я делала до этого. Я много эти два года после института еще там лепилась на тумбу и хотела что-то из этого перевести в керамику. Вот предвидя вопросы, скажу, что она обожженная, это такой серый шамот. Она обожженная? Да, это высокий, на высокий обжиг. Вот, это просто серый шамот. И вот, как бы это. Тема тоже по беспокойствию, равновесие, какой-то гармонии. А как она называется? Спокойная. Спокойная? А с кого лепила? Ну это нет, надо решить. Ну, как бы, ну кого-то что-то... она не знает. Не знаю, это лицо я точно не лепила без натуры. Ну кого-то она не знает. Юду. Дальше обойдем. Не вскрывайте тайны. Ну, хотя и тайна, это удивительно. Вот, ты можешь как-то. Я поступила. Ой, поздравляю. Ой, Полин, это самое главное. Ну, сентября все. Замечательно. Магистратура. В прошлом году мы шокировались, но там много было платить. А в этом году были строгие. Дипломная работа была великолепная. Фарфор бисквитный. Причем делала на Тулёвском фарфоровом заводе. Такие условия неважные. Ну, работу сделала потрясающе. Они у нас выставлялись на всероссийской молодежной выставке. Вот я вам автора представляю. Ну что ж, и это я так понимаю. Будешь переводить фотографию? Не знаю, вообще-то... Тут я хотела именно в таком брутальном материале что-ли сделать, эту же тему, чтобы, ну, как бы мне хотелось какую-то другую выразительную, чтобы дала вот эту фактуру, но я немного недовольна, вот, как будто поверхность недообработана. Ну, это потому что привычка уже, это другой материал, там же чистота, там должна быть дешевизия с фактурой. А здесь уже как бы материал, он более. Да. Но, во всяком случае, Полин, если появится желание все-таки ее сделать в фарфоре, надо, конечно, вылепить из пустыни на модель кое-что здесь еще посмотреть, над чем я бы еще над торсом поработала бы. Нет, а вообще нужно это вот. Я что-то делаю. Я говорю, ну вот, вы знаете, надо знать скульптуры там, первобытного общества до современного. Каждого было в своем видении. Вот, вы что, вот вы хотите? Вот, по-другому сделать вот, еще скульптуру, ваше видение. Вот, надо ли вот так вот сделать? Мне кажется, надо тогда, если вы делаете, то как-то, чтобы это ваше было, вот, видение, скульптура. Я считаю, что это мое видение. Это студенческая работа, вот, задание по скульптуре. Ну, она еще студентка. Ну, не знаю. Я ее не воспринимаю. Дело в том, что... Потому что я любила литературу. Лучше, чем, это все не получилось, а чем все великие скульптуры. Ну, конечно. Поэтому... А главное, что единицы, которые идут на самопожертвование фарфору, это самый сложный материал, самый-самый тяжелый. То есть с ним надо работать очень много. Да, правильно. А автор начал прекрасно, легко. Понимаете, фарфор, чтобы работать в фарфоре, надо его чувствовать.
как говорил Леонов Петр Васильевич, это известный художник-афоризм был, бывший главный художник Белёсовского фарфорового завода, классика, которому все, да, кто интересуется фарфором, все знают. Он говорил так: фарфор – это прежде всего контакт. Автор и материал – контакт. Вот, а у Полины, у нее как раз и есть этот контакт. И ей сейчас, чем она будет больше работать с моделью, с фигурой, тем только ей будет на пользу. А свой путь она еще найдет. Ты знаешь, когда я начинала? Ну ты же не делал это. Я увлекалась Данько. Вот я увлекалась Данько. Ну там же сделано по-другому все. Мне надо оттуда и брать цели, вот это какое-то. А уже потом, когда я его делала на работе, уже все. Понимаешь, пошла подсказка уже. Когда ты работаешь, идет подсказка. Что-то тебе подсказывает, как тебе надо дальше строить и вести работу. Ориентировать на это не надо. Хорошо. Сказали? Люба. Видишь? Ну, я могу сказать, что она взяла очень. Конечно. Очень. И то, что она взяла, это очень хорошо. Правильно. Здесь есть пластические ошибки. Я могу потом идти сказать, где. Вот. Но то, что она взялась за это очень хорошо. Надо всегда брать высоту. Но за это надо браться всегда и всем. Да, художникам, керамистам. Да. Это этюд скульптурный. Можно было бы его даже и не показывать. Потому что мы должны это лепить периодически иногда. Все. И искать свои ошибки, исправлять их дальше. И что? И переходить потом в пластику, в керамику. Мы керамисты. Вот что касается керамики, я хочу сказать, она взяла всего одну форму, да? И с ней поработала. Вот этот цилиндр законченный и маленькое горлышко цилиндрическое. Мне нравится, я считаю, у нее получилось по цвету вот это розовое, и к ней две маленькие. А и вот та графическая с черным тоже хорошо легла графика на форму. Вот, да. И с этим вот я ее могу поздравить. А это наша черновая работа, она там должна быть за ширмой. Показал то, над чем он работал. Нет, так, вот, вы считаете, вы это называете этюдом, определяете, как там начальная какая-то фаза, после которой куда-то человек пойдет. Вот мы это и обсуждаем, куда она пойдет. Я хотела бы обратить внимание на то, что вот в нижней части работы у вас есть те элементы, которые относятся к стилистике, в пластической стилистике керамики. То есть вот вы даже в линиях и в объемах вы вот объединили что-то. А здесь вы увлечены натуралистичностью и вот этих вот реперов, которые здесь вам подцепили, здесь они у вас не получились. И поэтому это дает этюдность такую, да, когда вы эмоционально что-то там ухватываете и лепите. И если вы, ну, может быть, вот лобок у вас в плане анатомическом вышел, где-то, возможно, это глубже будет. Но это все детали, которые вы со временем увидите. Со временем, даже вот работая над этой темой. Ну, что мне кажется важно для именно характера Полины, она в скульптуре ищет состояние души. И
пусть она это ищет, работает, и делает она это с таким трепетом, с такой нежностью, любовью к миру, к женщине, к, вот, к чистоте какой-то, что флаг ей в руки. Вот просто будем ждать следующих этюдов. Вот. Что касается вот этих форм, я просто не ожидала, вот при, ну, зная вашу любовь именно к скульптуре, что с таким хорошим подходом вот этот масштаб цветка, но это не нарисованный цветок, а это намек на цветок. Это очень как-то нет, не то слово выскочило. Ну, я не знаю, тут вот даже, вот даже какой-то звездный клей образуется так неожиданно, да, вот при... Ну, вот даже вот мазочек какой-то прикоснулся, вот эта вот легкая непосредственность вот здесь вот при крупной форме и очень красиво по цвету. Просто вот эта вот вещь, ну, я не знаю, ее можно только вот перчатку держать. Это такая трепетная штучка. Вот мы любим же всякие мулечки собирать, да, там на комоде. И любоваться просто вот так вот любоваться. И вот это качество вот в этих прикосновениях к простой форме работы вот с этой глазурью, вот она дышит вот этим утренним светом, вот мне просто очень нравится. Как вот здесь вот ну, чуточка чего-то там, какая-то манка появилась, и вот не скучно. Предмет по своей поверхности при очень цельной объединенной форме, вот он не скучный. И здесь тоже опять вот масштаб, размер. Вот это вот не раскрашивание сосуда, нет, а как-то по-другому. Вот более крупный, что ли, масштаб ложится и не симметрично, не скованно, вот свободно переходит по форме. Мне очень нравится эта творческая группа в исполнении. Здесь одно дыхание просто. Да. Вот одно дыхание. Раз ты туда его ввел, и оно вышло наружу, на поверхность. А думаю, только думаю. Полина, можно тебе сказать? Ну, делай выводы сама. Я тебе полностью доверяю. Именно решать самой, потому что знаю твою необыкновенную трепетную душу, которую ты отдаешь пластике, и ты сама должна строить свою программу пластическую. И никого не слушай. Только... Нет, другое, что этим заниматься не надо, ей говорят. Надо. А уж как чего устроить, как построить, как соединить, это уж... Мы с удовольствием тебе подскажем, потому что, конечно, вот реши планы по-другому. Вот эта стопа к этому кубику, сведи туда эту стопу под углом. Сразу же вот этот кубик заработает пластически, чтобы везде, каждая рука, бедро, спина, чтобы везде присутствовала архитектоника. Соединение объема. Вот что важно. А это всегда. Ты только скажи ему с удовольствием. Ты же знаешь. Конечно. Мы тебя поздравляем с тем, что ты решилась поработать в группе творческой. И я думаю, ты будешь постоянно. Да. Спасибо. Дальше куда мы идем? Нет, сейчас я не назвала. Нет, сейчас я не назвала. Нет, а потом я пойду.
Я же тебя все обратно буду возвращать. Я поняла, что здесь моя программа. Мы договорились. Я просто, вы знаете, вот стоят, что я там смотрела на вот эту стену и думаю, неужели это Герман? Я вспоминаю предыдущую группу, как она резко, что-то на японе, какой-то китайский, японский, вот такой характер. И увидеть, что ты думаешь? Продолжаешь. Потому что казалось, что это просто увлечение и не случайно. Вот, пожалуйста, вам доказательство, что случайного ничего не бывает. Все имеет продолжение. Прошу принять участие. Книги перемен, к вот Цинзину, к этим символикам и вот такой дизайнерский подход. Знаете, это философское просто специально. Вы так думаете, мыслите, гадаете по этой книге. Ну, я гадаю по этой книге. Ну, дело в том, что да, я была в Китае и как бы работали, мы там оставили там работы. Но интерес к Китаю был всегда. Любого художника. А сейчас я просто учу китайский язык, поэтому для меня это уже ближе. Иероглифы знаю. Потому что сам написано. Но, собственно, тема она общая для всех работ, потому что, скажем, книга перемен. Здесь джуцы. Это вдохновение. Движение творчества неба. Но дело в том, что суть перемен, ну, книги перемен, это, так сказать, изменчивость жизни. Точно так же свет, тень, эффект. Это же как продолжение, да, вот предыдущих тоже. Да, у меня ложечки были китайские. Которые тоже какая-то там логика, своя философия была изложена. Если помните, они, правда, были цветные. Да, и в общем-то, и эта тема не случайно, это тоже такая бренность жизни. Была в Ханты-Мансийске, и, в общем-то, это был пленэр. Там мы знакомились с этнографией народов Севера. И вы знаете, на меня просто сильное впечатление произвели куклы, они имеют более архаичные формы. И, собственно, как бы, может быть, вот это вот тоже игра в куклы детей, а потом игра богов людей. Ну, это как оберега. Да, вы знаете, оберега, да. Оберега, потому что это, безусловно, обереги, потому что это без лиц, это табу. То есть, чтобы не вселился злой дух. Вот. Потом девочка учится жизни через игру. И куклы делают, вы знаете, в основном делают, безусловно, это органическая форма присутствует, это утиный клюв, это шкурка птицы, это все подручные, допустим, материалы, там стружка, опять же утиный клюв, куриные косточки, это уже олень. И вот таким образом кукла делается. И, в общем-то, эту тему, поскольку она мне как-то заинтересовала, я над ней вот, я думала просто, сейчас начинаю работать, скажем так. Потому что мне интересна эта тема. А это вот все как бы пигменты, да? Это анголы. Анголы, да? Свои? Анголы, да. Я цветную массу делала. Ага. И белый эмаль, да, там? Спасибо очень. Хотелось бы даже их попробовать. Ну вот, да. Есть такой. А я... вот эта композиция, как, она уже состоявшаяся? Нет, я тоже над ней работаю, потому что меня заинтересовали формы в данном случае. Вот. И как бы я для этого сделала модель, сняла форму сама гипсовую, отливала из фарфора, но у меня еще не в целом эта композиция, потому что меня интересует, например,
Это шаму. Кости белые. Но это не фарфор. Тема такая. Это очень... Это фаянсовый утиль. Да, высокий утиль. Да. Да. Он не обожжен как фарфор, он обожжен как фаянс. А если фарфор, это же, знаете, какой крохотный будет? 17% усадки дает фарфор. Ну, фарфор, знаете, это разный, это самый простой. То есть это не... Непрозрачный, не китайский. Нет, чай продается дорогой, это дешевый. Необычный, не наш. Ну, а сама композиция? Композиция, она, знаете, в принципе, конечно, она должна быть без этого, вот, этого. Можно отнять это? Я сейчас. Это должно было быть так, да. Да. А как она экспонироваться вообще может? Что, ну, вообще-то я и думала, что она подвешена. Да, да. А подвешивать это значит будет задние, один задний, другой. Она должна пространство. Она лучше. Ну и может быть тогда добавить. Там да, там какие-нибудь пижи сделать и все. Ну, так. Она так не стоит. А, нет, она не стоит, она подвешивается тоже. Это, кстати, работа тоже должна быть. Она там еще не сейчас. Лучше читается, да, если она так. Ну, здесь вообще вот эти ложечки, конечно. Но есть. Здесь игра света тени. Здесь вот мы смотрим, как изобразительное, а здесь очень философские вещи. У меня Так что хорошо, что группа состоялась вот именно неожиданно для меня, потому что я приехала на тираж, и мне предложили видео. Вот я, в общем-то, рада, что я попала в группу в такой непростой момент. Да, момент очень непростой для нас, для всех. Да. И я вам, конечно, всем очень благодарна, что вы все выдержанные, были преданные, это самое важное. Благодарна, да. И вот кто не бросил туда камень, потому что я тоже приехала, вы меня приняли, в Питере давно комбината нет, да. И я получила рабочее место, делала тираж, и я ужасно благодарна за то, что я смогла быть. Понимаете, благодаря вам. Вот я вам скажу даже слово, как бы мне хотелось, чтобы до всех дошло. Вам всем привет от Сергея Феликсовича. И 11 сентября будет открытие новой группы на первом этаже. Так что, так что работа будет продолжаться. Знаете, творческие группы, это вот у нас Люся приехала первый раз, и она говорит, какие у всех разные работы. Разные художники, и какие у всех разные работы. Я говорю, что группа бывает еще больше, и работы все равно у всех разные. Ну вот и поздравить можно. Я тоже считаю, что надо поздравить автора. Да. Просто есть свое лицо, Не то, что свое лицо, а вот этот преданный собственной теме. Вот. Конечно, но тему, которую можно нести всю жизнь. Это, кстати, не каждому художнику удается в своей жизни в творчестве. Так как это к этому надо? Да, стремиться.
Так, дальше мы идем к маэстро. В общем-то, я пыталась какое-то сделать. В общем-то, это... Еще.
вот эту работу. Вот просто отключаю. Это ошибка. Это мой. Я вот мне кажется, понравилось. Это басы, да, не так. Тем более, может быть, еще зебра. Но тукан у меня большие претензии. А я объясню, почему именно это относительно всех вот этих пластинок. Здесь декоративные, да. Как она закомпонована, какие здесь пропорции, дорогие мои. Ну вы же и начинаете. И сразу начинаешь считать по горизонталям. Я не диагонали, перетекали здесь фактически. Все работает. Давайте мы Танечку Шульц. А давайте мы еще не поговорим. Татьяну Гавриловну. Да. Я вспоминаю моего папу. Гавриил Александрович. Чудо, талантик. Всех выучил. И дети у него. А у него три девочки. А брат, у нее актер. Она что, она тоже воплощает образ? И ее брат есть академик, и все у нас. Да, да, да. Большая семья была. Конечно, поздравляю. Я очень люблю Танину Смиренькову. Я их очень. Они, во-первых, всегда узнаваемые. И они всегда героические, потому что она смяла вот это все. Это ее стиль, это все угадывается, это все ее вот одержание. И потом мне все-таки очень нравятся вот еще вот эти вот и рыбы, и это, конечно, тоже очень. А это дырочки сделала здесь. Я все время, в последнее время делаю дырочки. Дырочки сделала здесь, прямо почти вместо носа дырочку. А. Что-то там мы имели в виду. Ну, у нее там, а он отбухает как раз. Что это у тебя там пахнет? И сзади. Понятно. Если сразу не сообразил. Да, да. Но я хочу сказать, что вот мне хочется сказать, молодежь, конечно, это интересно, да? Ну, не твоя жизнь. Вот это интересно, они даже что-нибудь покупают. Им интересно, молодежь. Своя жизнь. Когда работает мастер, что каждая вот полосочка, вот она раз, два, три ударит. Она совершенно на месте. Не просто вот какие-то вот такие вот непонятного происхождения. Вот сделала она вот это, вот ты смотришь и думаешь, а как она этими полосочками, какая-то мелочь вообще. Как она этим обратила работу? То есть... Это настолько... Я видела, как она работает, эта девушка. Она, прежде чем мазочек положить, она 20 раз подумает. Вот у нее... А работы, кажется, выполнены... Ух, да, на одном дыхании. Ух, просто... А то есть. А вот это очень важно. Нет, внимательно. Я помню, как ты вас расслышала. А смотрится, очень легко. Очень легко. Кажется, прям раз, как раз. Да. Вот отцу однажды сказали, он сделал Пушкина. Ну, представляете, сколько это труда, работы, он был там метра три. И отец пришел когда домой, он говорит, самое такое приятное как бы было то, что кто-то сказал, что не видно пота. Вот, это очень важно. Вот об этом я тоже сказала. А уж сколько пота отец, скульптура, да. Конечно, сколько учета. Это мы. Это отец остался. Поливала? Вот, здесь, если посмотрите на эту рыбу, как там графика это введена, вот уберите эту графику, как потеряет много работы. То есть здесь очень внимательно, я на месте молодых, этому поучилась, но им поверьте, они все учили. Видите, как у меня? Нет, один тут прилип. Да. С другой стороны, видишь, цвет. Вот я подумала, что, конечно, в моем возрасте я уже могу позволить себе многое. Нет. Так что я могу сказать, что действительно, что бы я хотела, вот в керамике, и вообще я люблю цвет. Ну, цвет люблю я. Ну, форму тоже, конечно. Ну, вот цвет, ну это же керамика, это же цвет. Это же цвет, который уже живопись, уже масло не сотрешь. Уже чем можно стереть вот эту красную стену? Ну, чем? Ничем, уже не сотрём. Все, живопись.
это же так очень должен прийти. Самое главное, что это же ангобы. Это же не какие-нибудь длинные ангобы, это ничего такого тяжелого. Я как-то не заинтересовалась никто цветом. Вот я хочу. А с другой стороны, я рада, я одна. Ты всегда индивидуально, ты всегда видишь, то есть издалека можно идти там по вокзалу, видеть, что там. Или ставить, да, там что-то там. И это очень ценно, потому что у тебя есть узнаваемое лицо, свои находки. Очень тонкие, и, конечно, было бы важно, если бы... Я могу сказать только благодарность, потому что я керамикой не занималась, честно говоря, года два, даже три. Как ты не занималась, когда ты тираж? Да я тираж очень так ленивый. Я вам хочу сказать, что, конечно, я поняла, что керамика – это гениальная вещь. И, конечно, вот сейчас бы мне назад в некоторое время, конечно, я бы уже по-другому работала и как-то вообще... Какая мудрая стала, а? Стала, да. И как ты говорила, Санчо Парачи? На маму. Бабуля всегда говорила, как мать. И на маму помнишь, мы все-таки нас собой. Красавцы. Это все красивые. Я не боюсь, я желаю руку при нас радовать. Опять по видеосовету, вот эту базу сверху. Она поедет, да, и ты понимаешь, мы же русские выходить, вот это вот. Я сама забунтировала, я не бунтировала за 5 лет. Так хорошо, непосредственно расписано, вот именно непосредственно. Ну все, понимаешь, вот опять вот пропорции, которые меня всегда волнуют, не раздражают. Здесь вся она пропорциональная, где маски и так вот. Не учится, он начинает сразу красиво. Да. И в 60, и в 70 лет учится. Правильно. Я тоже мужа. А ты еще мудрее. Ты у меня все такие. Я чувствую перед вами такую вообще ответственность. Да. Вы же все авторитеты. Удивительно. И дай Бог, вот единственное, что я с вами должно приходить. Здоровье и сил. А это желание, оно тогда всегда будет при вас. Вот это. Печально. Так что поздравим. Так, пойдемте дальше. Дальше пойдем. Неужели мы пришли и камень? Давайте расскажите нам, что у вас тема, какие задачи вы ставили перед собой. Человеческая личность, она становится не анонимной, и самое сокровенное, что если у человека выставляется на показ без его этих ведомых, люди влекаются примерять на себя какие-то роли. И эти роли зачастую становятся жесткими и отталкивающими. Это работа о взаимодействии человека и общества, а реакция человека на агрессию из внешней среды, вот этих защитных построениях, которые человек выстраивает, и о том,
том, что вот эти построения, ну, построения, они в конце концов приобретают внешнюю форму, из-за чего внешняя оболочка не соответствует внутреннему содержанию тому микрокосму, который настолько сложен, насколько он парадоксально беззащитен. К сожалению, у меня не получилось закончить работу, она где-то наверное в экстренном порядке. А что, вот так и задумано, да, вот этот шар? Вот это подставка, случайно, просто это еще не сушеное, не обожженное. А там шар, там цилиндр, да? Нет, просто на плоскости шар. И он будет весь прозрачный потом, да? Дальше. Он будет покрыт сверху черным с холодными оттенками, чтобы как раз вот придать вот этим треугольникам, которые являются отталкивающей достаточно фигурой, это агрессивная фигура, чтобы подчеркнуть вот этот панцирь, который защищает вот эту крупную сферу, в которой как раз-таки и будет вот, ну, все такие достаточно легкие какие-то взрывы, микрокосмы. А ты это ли здесь выпил? Здесь? Я думала, там еще. А это за спиной? На пельне. Жалко, конечно. А что, не получилось в группу ходить? Да дело в том, что она маленькая девочка решила, что она все успеет. И в группе поработать, и в Строгановке на практике поработать, и в Табриде поработать. Человек-то талантливый, энергичный, активный, но маленький, ребенок еще, я даже не хочу сказать, молодец, который не рассчитывает свои силы. А надо рассчитывать свои силы, потому что надо делать вывод, что для тебя данный. Таким трудом сразу после защиты диплома попасть в творческую группу комбината. Это дорогого стоит. Здесь все лицо нашей керамики. Все. И молодые, и супер. Профессионалы. Профессионалы. Не надо. Не надо. Так что, Анечка. И здесь понятно, что работа-то тоже философская, причем конструктивная, интересная. Понимаешь, вот мое к тебе хорошее отношение говорит о том, что мы сейчас с тобой общаемся. А так, в таких случаях, мы даже не рассматриваем, что ты тут сделала за три дня. Так что, дорогая моя, вот это все ты собираешь. Ты это дорабатываешь. Я думаю, уже в сентябре у тебя не будет никаких поездок. Дорабатываешь. И посмотрим по обстоятельствам. Может быть, здесь, за свой счет. Можно будет сделать эту работу. Потому что работа быстрая. Причем я бы сделала размер больше. В два раза, а то и в три. Вот эти треугольнички, они вот именно будут рядом смотреться, как какие-то объемы пространственные формы. Представляешь, что ты? О, да. Так что, Ань, поздравляю тебя еще. Ты уж прости. Но мы тебя прощаем. Спасибо. Да, потому что ждем от тебя действительно результата. А как она поработала на таблице? Не знаю. Замечательно. Замечательно. Очень активная. Там же очень тяжелая ситуация режима. Там же с утра и вообще до утра работает керамика. За три дня ты должен сделать работу, чтобы ее потом, работа коллективная, большая, чтобы она успела высохнуть,
и ее обжечь в день закрытия. Вот она как раз была в основной команде и очень хорошо. Будут, а в Фейсбуке, Фейсбук, да, будет, а так в интернете, вот, сайт, так, там, да, там можно посмотреть, там все-все-все смены, да, по второй смене, где была керамика, вот, да, Андрей Валавов, кстати, да, делал, ну, то, там же Семчин, стеклянную скульптуру делал, огромную, из листового стекла. То есть это очень, я знаю, по Никольску, там было скульптуру, это делается не быстро, не быстро, очень сильно, шаблоны там. Справился. Молодцы. Молодцы, потому что наши креативные искусства все-таки премии будет. Прости, правда, на профессионалов впечатление, что получится. Так что молодцы, не подвели. Спасибо. Так что, Ань, подвели. Я там так работу, дорогая. Работу. Обещала работу принести на распорядку. Вообразить, что из этого будет, но будем ждать еще результат. Да. Инесочка, давай. Я, конечно, так красиво говорить не могу. И я считаю, что мои работы, они говорят сами за себя. Ну, просто расскажите, что я хочу. Главное, моя из этих работ, я считаю, вот это дерево, какие темы, идеи, работы переходит в живописи, вот здесь я, в общем-то, сделала такое большое дерево и птицы, горницы. Я впервые его за всю свою долгую жизнь иногда эти птицы не видела. Но когда мы приехали в Италию и вот в этой Франции, эти птицы, они кричат совершенно в них такой. Это такой тревожащий, все время крик, постоянно эти птицы. Это же, в общем-то, тот же это, только это горницы. Да. Вот если голуби, они горы, это ничего. Нет, вообще просто голуби, я вообще не знаю, как это будет. А эти птицы, у них такой какой-то очень тревожный, во всяком случае, я так воспринимала внутри. Потом мне стало видно, что за птицы. Их не видно, они где-то там, в общем, в конце концов, я разглядела этих птиц, вот они, я пыталась как бы их изобразить, но они похожи на голубые внешне, но кричат они совершенно не похожи. Ну это горы, знаю, они живут в Италии, я вот отсюда, и они...
вечером они... Я слышала тоже, что какой-то у них возраст. Да. Друг не платит. Или на юге Франции. Примерно 3 года. Да, да, да. Они как есть на сколько год. Ну вот здесь они как дали, слышали? Я тоже здесь не видела. Ну, в общем, я сделала вот такую идею, вот с такими кипорницами. На вашу, так сказать, обсуждение. Это лето. Это лето, да. Ну, это немножко я... Итальянское, да. Да, здесь есть ваше. Ну, я хочу сказать, у меня здесь... Мы в этом году, я была на симпозиуме с Валей Кузнецовой делала. Угу. Вот. Я была участником. И, в общем-то, я немножко под впечатлением ее творчества. Но я надеюсь, что это не просто только под впечатлением. Вот сделала такого ангела, вот. Ну, а она под впечатлением, соответственно, платики. Но я имени. Ну, в общем, вот эта тема, Адама и Ева, она у меня, не знаю, как вот выпала. Я в прошлый раз сделала два рельефа 2 года назад. Вот, потом у меня вот живопись тоже почему-то. Вот меня на эту тему потянуло, и здесь мне захотелось сделать вот такую объемную. Если там были рельефы, то что вот это прям у вас как лампа. Да, как лампа. Я тоже думала, но я, конечно, ее не буду использовать как лампу, я даже уже склеила, но в принципе я думала, что это да. Я даже здесь сделала дырочку, чтобы это, ну, шнур протягивать, я это. Но здесь я уже приклеила на пепси. Ну что, друзья, я хочу сказать, что работы хорошие, узнаваемый автор со своим ярким рынком. Вот эта работа, кстати, она мне очень нравится. Вы говорите про валику, а я сразу смотрю на ручки, какие у вас хорошенькие ручки. Ну, я Валя Кузнецова, просто у меня работа, которая была, у нее тоже с лилией. И когда я этого ангела делала, у меня разные, я делала маленькие, но я не стала их показывать. У меня там и со свечкой, там с цветочком, но почему-то мне ангела вот лилию как у Вали сделали. И поэтому я так немножко отрисуюсь. Ну, не важно, мне очень нравится руку, что ты эта девочка или это. Такое хорошее состояние, настроение хорошее, материал здесь вот именно чувствуется, вот этот лина, шамер, который вот обогащен цветом. Так что это прямо вот лапка, хочется лампу, ну и это где-то болит, я тут сразу же вспоминаю, сейчас Плотникова вспоминаю, у него есть. Гнездышко. И у Саши Белашова, да ведь? Да, я уже вот сразу же вспоминаешь, вот этих необыкновенных авторов, анималистов. Правда? Вот это очень хорошо получилось, что они такие крупные, эти косты раскрытые ловят, что ему маму принесла. Тоже. Я вас поздравляю. Вы в своем репертуаре. Вы сделали то, что вы хотели, успели. Объем большой. Тем более еще работать в Вятке. Да, да. Я туда сделала это вот в это время, как раз сделала 3 рельефа для музея Некрасова. Ну, и там они тоже прозвучали. Ну, вот, видите, я еще думаю, ну, надо же. Какая смелость. Петку поехала работать еще. Это как она с группой. А, смотри, все в порядке. Вятская. Самая красивая фигура. Да, Вятская. Да. Да, там уже есть один из музеев, и делается в 12-м еще институт, музей Некрасова. И у нас была задача, у нас была задача именно посвятить Некрасову и подарить каждый автор должен был подарить. Вот я сделала 3 рельефа, а была единственная, которая сделала 3 рельефа. Мы сделали, подарили бабушке. Я вам поздравляю. Спасибо. Так что давайте поздравим вас. Спасибо большое. Спасибо. Я сразу уеду и не буду.
Да, я хочу особенно, не знаю, то, что я попала в группу, очередной раз 2 года прошу, и меня взяли, это время вот удивление, и я смогу показать много работы на своей выставке. Я очень-очень благодарна за то, что я все-таки прижилась здесь и не могу. Спасибо большое. Спасибо. Вы просто показали, что вы так же, как и мы, без этого не можем жить. Да, да. Поэтому преданы. То есть, как я говорю, что мы все больные. Я хочу отметить, что по сравнению с тем, что у него лишь эскалаты были, а сейчас у него есть керамическая мягкость. Вот, последняя, у нас Я хочу сказать, что у меня приоритет, я все-таки по первому образованию скульптора. Вот. И вообще по жизни для меня приоритет – это форма. А уже цвет, конечно, у вас не стоит. Во всяком случае, закончен строгой линией пирамиды, отличие пополой. Я помню диплом, серебряный паян, под глазурной росписью, потрясающий на русскую тему, тема городца, изразца. Вот мне даже до сих пор даже в глазах огромный. 180 предметов. Красоты необычайные. Да. Движение отправляемся. Да. Так что поздравляем. Спасибо большое. Спасибо за то, что я в группе была. Отлично. Это отлично. Так. Кому мы сначала пришли? А я думаю, что самому, как мужчина самого храброго, будет смотреть последний. А и это тоже. Так что разбегайся. Ты что, ты последний, да? Вот, а это же можно. Если он. Да. Да, если. Вы представляете, скульптор пришел к нам и показывает, как надо работать активно. Вот это да. На работу. Спасибо вам за доверие. Я отношусь к культуре как к эскизу, процессу, как инструмент. Инструмент чего? Создание художественной модели. Там модели были производственных процессов, дымы, космических процессов, так? Здесь мы наблюдали там, да? И этнического момента Китая. Я исследую сознание, подсознание человека, как психологию. И такие культики провожу, коллективные, бессознательные, внутренние. Художественные модели сознания, подсознания. И вот у меня первая, одна из работ, это вот, например, анатомия человека и его наблюдателя. В каждом человеке есть наблюдатель. Положительный и отрицательный. И левого полушария, и правого полушария. И у каждого полушария имеется свой субъективный взгляд на мир, мозговая деятельность. Это некая внутренняя форма, как у Победы, например, оптическое стекло. Там и внешние формы, и внутренние формы. И я пытался в керамике сделать внутреннюю форму, открыть. Ну, когда ты отражение используешь, некое отражение, ну, в оптическом стекле просто, если имеет место. Прямой контур вне, и внутренний контур, когда... Это оптический стекло. Победа. Да, там толщина. А, вот тут через пост, там как раз проект очень получается. В общем, я пытался сделать не форму, а керамику. Да. И вот соотнесение левого полового полушария, которое оно имеет свое звучание, свой речевой акт, оно нам говорит внутренне что-то. Он слышит левое правое полушарие. И нос, и чувствует, и все прочее. И наблюдатель тоже все это чувствует. Ну, это вот отдельная такая задача. Как называется? Человек и его наблюдатель. Человек и его наблюдатель. Да. Ну, просто не задумайся, я просто анатомировал это дело, как художник, как ученый. Ну, во всяком случае, я вот так смотрю, да? Наблюдатель это, а это человек, да? Или наоборот? Это наблюдатель, это левый полушарий.
Это левая сторона и правая. Галочка, это едино, на самом деле. А вот это нет, а вот это что? Скажите, вот это трехмерность как раз. Это подсознание. Это подсознание или пожирание. Ну как угодно. А мне интересно. Что, я мне же просто интересно, как автор мысли, вот я вижу какие-то фрагменты. И думаю, мы все делаем условно. Я анатомирую человек, Вот. Как бы разрезу. Думаю, а что здесь такое-то? Спагетти. Вот что здесь? Да еще, между прочим, вот надо было еще здесь сделать такие те самые хваточки, чтобы было впечатление, что можно раз и ящичек не сделать. Да, это правильно. Да. Что ты думаешь? Я понял. Да. Но оно вытекает, что я здесь. Да. А вот это, наблюдайте еще. А вот это что? Нет, вот человек. А это наблюдатель. А это вот это? Вот наблюдатель, да. Он и положитель, и отрицатель. Какая же я тупая-то, а? Это не осведомленность, а не тупость. Нет, очень интересно. Совсем другое. Ну, кстати, да, Кисочка, я хочу... Да. Ну, у него интересный вопрос. Это Гильгамеш такой был, правитель Урарту. Его Энкиду, его такой зверь, брат, да. Он вместе с ним погиб. Ага. Это вот его жизнь. Вот это да. Вот, а это? А это парная его работа, парная. Женская область и мужской. А, мужчина и женщина. Да. Какой же? Ну, он из леса вышел, из леса. А что это за волосы? Ну, волосы древние, волосы, которые окружают. Лес. Он дикий человек, Энкиду. Он дикий человек. А где любовь наша Степановна? А Степановна говорит, у меня инсульт, я не хочу. Да? Да, очень ее тревожит. Я вижу что-то архаичное. Мне очень интересно, что она сказала. А это что? Внутреннее движение. Без выражения внутреннее движение человека. Угу. Подвижность, внутренний позыв движения. Угу. Это вот некий в голове мысль, которая и в сердце мысль. И вот оно такое движение. Можно ощутить такое движение. Так вот это мне не нужно. Я согласен. Нужно. Это значит, что-то другое. Так, слушай, фантазия по замыслу, по сценарию мне очень интересно. Очень интересно. Но должны быть какие-то все-таки художественные. Это прямо у нас инсталляции, он прям. Вы считаете, это должно быть, да. Ты же художник с высшим образованием, член Союза, известный, ты еще как искусствовед, да. Как психолог. Ты же очень интересный человек. Наверняка вот эти вот... Да что? Нет, мне... Не хочется? Я хочу сказать, мне очень интересно. Можно сюда перейти? Да, вот. Представьте себе, Степан Евгеньевич знаковый. И он, мысль его поднялась вот, она у него внутри ожила. А в итоге оказалось все скомкано, он не заслужил, это все обернулся обратно. Сколько уже? Некое торжество, которое превращается в ничто. Вот такое. Ну, разочарование да. Такое, да? А этот человек уже как бы уже уходит туда. Он сознание его кидает. Он молится и сам, руки его простирает. Слушай, а почему это? Потому что обратный мир, этот мир, так и мне кажется, интересно. Ну, а сейчас, конечно, где-то в этом кресле, когда там эти отражения, да, вот это правильно говорить, надо большего размера было жить. Да. Вообще надо тогда вот, на их. А это на наличие. У нас человек много людей. Да.
глаза, нос. Значит, это глаз, этот глаз, общий глаз у них, это тоже нос. Количество носов, количество нос. Они как будто не делают, да? Я форму глаз делаю, потом гипс. А, форму не делаю, да? У меня бронзи есть, и вот это стирает. Это специально, да, сохраняется. Чего-то, Коль, надо придумать. То ли какая-то подсветка, потому что работа ему не заурядная, очень даже. Чтобы это рельеф сложилось? Ну что, да, чтобы одна половина все-таки отличалась от другой. Можно фотографию сделать. Ну, один тысяч по освещению. Работа фотография. А вот что, конечно, это такая вот меня. Это часть нет. Это же не бар. Вот это же не бар. Да? Нет. Это же объемная. Надо отметить самое главное качество. Полная свобода. Это не всякому удается достичь. Никаких традиций, никаких законов. Чистое выражение своих ощущений отношений к миру. Это нужно отметить. Законы есть, извиняюсь. Нет, законы есть. Да. Законы, друзья, не каждый осмелится их нарушать. Законы для всех видов искусства. А законы, все законы, а законы один. Ну никак не решится нарушать эти законы. Он не нарушает, а он не нарушает. А он не совсем не нарушает, чем он интересен, между прочим. Он интересен своим мышлением. Потому что только я так сильно. Ну, каждый наш художник ищет свое зрение. Да, я хочу начать с того, что есть такой художник Николай Касаткин. Он, у него была персональная экспозиция в рамках выставки «Гиперреализм», которая была в Третьяковке в июле прошлого года. И поскольку он мой давний-давний товарищ, то я там почти что дежурила на этой выставке и разговаривала с зрителями. И вот одна девушка на картину, на которой была изображена такая, ну, что ли, дамба, да, такой объект цементный, да, и на нем еще была такая полоса нарисована бело-красной полоску. Он просто изобразил это вот абсолютно реально. Он так рисует то, что я называю «Визьмешь в руки, маешь вещь». То есть вот абсолютно идентично. И она сказала: «Ой, это совершенно про меня. Это у меня действительно так много психологических барьеров». Понимаете? То есть я хочу сказать, что мы рассматриваем очень узко профессионально. А на самом деле художник делает свое произведение как свое высказывание. И это высказывание лежит в русле его интересов каких-то. И очень часто его работы находят отклик у зрителя значительно шире, чем даже сам автор мысли. И опять же сделаю некоторое отступление, когда была выставка Бориса Орлова, да, он нарисовал, он это мыслил как мишень. Да, вот, который стреляет вот это вот, да, и там еще были изображены как бы фрагменты нашей истории, но в стиле русско-народной росписи. И когда я с ним говорила,
я сказала, что я это воспринимаю как изображение граммофонной пластинки, на которой, так сказать, записана вся наша история, да, и в том числе с этими расстрелами и всем прочим. А он сказал: боже мой, я так широко не мыслил, да. Ну вот, понимаете, вот здесь вот автор мыслит достаточно широко. И надо вам сказать, что действительно иногда его работы обретают еще больший смысл. В частности, например, я была на театральной постановке, такая художница есть из Трельбицка, и они специально поставили такой спектакль с адресацией к подсознанию. И работы Наумова, они поставили под сцену. А сцена, и вот это пространство под сценой, оно было открытое. И когда вот такого рода работы там встали, это была просто прямая иллюстрация подсознания как такового. То есть смысл вот этой, этой постановки настолько расширился благодаря вот тому, что эти работы там присутствовали, необыкновенно, понимаете? Поэтому, если мы говорим вот об этом, да, вот Галочка сказала, а что там внизу, вот эти ящики, на самом деле, что это подсознание, которая содержит в себе, если говорить о личном подсознании, то оно содержит в себе все то больное, что вытеснено сознанием человека. Вот сознание, да, вытесняется, когда у человека что-то происходит, это там откладывается. И есть еще подсознание общечеловеческое, да. И иногда, как говорил Карл Юнг, когда архетипические образы поднимаются из глубин бессознательного сознания, то они становятся реально целительными для человека. Поэтому вот то, что изобразил Николай, это может быть те самые какие-то страшные образы, да? Но они, что самое интересное, они зрителям читаются. И они воспринимаются именно так. И что самое интересное, они действительно обретают тот самый целительный эффект, о котором говорил Юнг. Понимаете, когда вы остаетесь один на один, когда вы не можете вербально сформулировать для себя то, что вас подтачивает изнутри, да, вот это невербальное воплощение, оно дает вам возможность с этими вашими страхами встретиться и, собственно говоря, адаптироваться к ним и потерять этот страх, освободиться от него. Это большая очень проблема. Что касается профессионализма, я лично считаю, что здесь, безусловно, высокий профессионализм, что все приемы, фактуры, которые здесь использует автор, они оправданы. Именно ассоциация, которая возникает у человека в облаке, задачу перед собой поставил, а мы зрители должны каждый именно свои ассоциации, я на это работу уже сформулировал. Я считаю, что очень интеллектуальный, такой художник. И... Интересный? Нет, ну, действительно раскрепощенный и именно вот эта энергия. Мне даже какие-то вещи прям воды. Да, какая мощь. И грубые даже, и грубые. Просто понимаешь, такие ассоциации очень даже. Так что я хочу поздравить тебя. Ну я тебе хочу сказать, ты можешь меня включить сам. Ты не знаешь почему? Со. Что скажи мне? Давай, скажи. Чем автор? Чубан. Я не искал какой-то подход. Я горжусь. А я думаю, а он знакомый.
использовал подсознательно. Вот что он делал. Он это и не особо это делал. Он ее подрезал, там стоит. Они же живые, и покрасил тоже.